Блин, с новым символом она шикарна. DS топовый. CS4 плюс DS3 в новой раскраске Укрзалезницы. Я сейчас нахожусь на Киевпас. Снимаю, скажем так, карантинный обзор перед запуском поездов. Смотри, а что, рост стоит вообще? Ну нет. Запуск поездов будет 1 июня, а сегодня 24 мая. Снимаю такой карантинный обзорчик. Деска топовая. Так. Там полиция, да, тут стоит? Лучше не полиция. Да. Еще бы. Уходим. Полицейские могут запасти. Вот еще поезд стоит. Куда они стоят? Или это просто в депо, а вот сюда не поместились? Вполне возможно. Что, люди спать? Не, ну как будто эти поезда не поместились в ЛВЧД, хотя это странно. Здание. Ну да, народ тусуется. Киеврагов когда? Меньше было пиздец, пока было. Киеврагов когда? Куда? На гвардии там дежурит отряд. Ты не видишь надписи на вагонах? Раньше на вагонах были, сейчас окно заныкали. Да, это карантинный. А, спецпоезда, ну да, нормально. КВЗ, вагончики. Да, это, скорее всего, карантинный поезд. Ну, спецпоезд. Для сотрудников УЗ, судя по окнам, это КВЗ вагоны Куйковского вагоностроительного завода. Сейчас прям в другую сторону вокзала, и потом, может, прямо на мост посмотрим. CS4 плюс CS8, вот это сила. А, ну они просто сцепленные стоят, типа отдыхают. Ну, плюс еще CS4 или 8. А, плюс еще CS8. Ну, посмотрим, как он будет отправляться, наверное. Двадцать четвертое мая. А уже 1 января должны запустить поезда. 1 июня, извиняюсь. И я надеюсь, я смогу поехать в Рахов на поезде 357-358 Киев-Рахов. Фирменный поезд Гуцульщина. Это будет моя первая съемка в этом году в движении на поезде. Я уже жду, наверное, месяца два. Вот там находится ТЧ-1 Киев, депошка. Депо. Локомотивный. Мы видим CS8 на днем. Бориспольский экспресс. Красный свет светлофора. Это на этот путь, а на тот путь не видно пока. Ты погляди, как будто одни с вагоны. Дунай. Да? О! Киев, Березино. Дополнительный поезд Киев из Майов. Для кого? Покатайте меня, позязя. Как меня в F-62 покатали. Помнишь видео? В тепловозе. Так. Там будет маневрировать ДС-ка. ДС и топовые электровозы. Одни из самых мощных пассажирских электровозов на Укрзалезнице. Я бы даже сказал, это самые мощные пассажирские. Они потягиваются с CS8. Куда будет ехать этот дополнительный поезд? Людей садят, что ли? Это я что, тоже могу сесть? Мне билетики купить? Вообще, да. Только по спецпропуску. Если нет, то шуруют. Это сразу применяется прикол с Простоквашино. Усы, моты, хвост, вот он мой спецпропуск.
На документах всегда печать. Бывает, есть сейчас печать? И нет, нету. Он это снимет этот намордник, я сейчас разрисовать не могу. Я вообще гуляю нормально, не все. Там копы. О! Ну, вон и часто, да. Помнишь, мы гуляли вот там в ТПО, в Тучи один? Угу. А когда я пошел с другом, когда мы на Украинвал пошли второй раз, решил погулять, то забор был закрыт. Сюда стояла проба. Ну, забор. Жалко. Не, ну пэт от вандалов и от быдла, которые еще тусили на вокзале, это хорошая защита. Ну, такое среднее. Мало ли кто. Ну да, но я бы там просто гулял бы, и если бы я хотел залезть, я бы не подходил бы к главному входу. Ну, а видно. О, он поедет туда. Через 4 на подготовке со спецпоездом. Можно локомотивчик? Как меня, блин, велик променял на тепловоз. Ну, велик, то ЧМП, променял на тепловозе покатали. Борашпиль, Бориспольский. Честно, я бы тут, наверное, очень не стал, потому мне не стало понравилось на нем ехать. Он медленно разгоняется, медленно едет. А еще я был замученный после перелета с Польши, с Луноса в аэропорту. Ну, такое удовольствие. О, покрашенный, смотри, какой ништячок. А, затормозил. По звуку DS3. Где хальто такой хороший? Маневрирует электровоз. Электровоз маневрирует. ЧС-8, инфекционный. А вот DS3 поехал. Один из самых, даже, наверное, самый лучший электровоз пассажирский на Укрзалезнице. Переменного тока. Вместе с ЧС-4. DS3 плюс ЧС-4. Да, сделано ДЭРС. Днепропетровский электровозный завод. Днепропетровск мой любимый город. Встреча ЧС-8 и DS3. Киев-Пас карантинный. Карантинный движ. А ЧС-ка выше ДС-ки. Ох, красавчики. Какой же он шикарный, обожаю ДС. Mm-hmm. Интересный такой дизайн, трапециевидный. ДС-3 и ЧС-4. И оба на пантографах, значит, они оба, скажем так, работают, в принципе. Mm-hmm. Двойная дяга по факту. Депо будет заезжать, скорее всего. Тормоз локомотива. У него это была покраска была, это 15-й ТЭС. Но покраска классная, в силе новых ТЭЗов. Как раз такой новый силе у Железницы. Он редко когда выезжал. Дай бог потянет поезд Киев в Днепропетровск номер 80. А может, если поезд это Киев Рахов? Ну, тут еще все-таки фирменный. Я... До Львова. Тебя удивило, до Тернополя. Тебя удивило, когда ДС-3 тянул несчастный задрипанный Киев-Бердянск. Всякое бывает. Но обычно не по фермачам, обычно, насколько я знаю. Да, но было исключение. Красненький. О, фары включились. Может, это поедет. Через 4. Не, еще не дали команду. Стоп, туда на фастов, а туда что? На Мироновку? На Мироновку и на левый берег. А разве не туда на Мироновку? Туда на Мироновку, если через фастов и через Белую Церковь. А, это так, конечно, Днепропетровский поезд ехал. Это через Триполье. А, это Новоалексеевка туда едет, я туда прибываю, да? Новоалексеевка, Мариуполь, Днепропетровский, Запорожский, возможно, на Мироновку. Здесь ровно 10 станций Киев-Днепропетровск делает. Я уже, наверное, все не помню. Путеет. Киев, Мироновка, имени Т.Г. Шевченко, Знаменка, Александрия, 5-я Красцентральная. Потом 6-я Пятихатки Стык, 7-я Пятихатки Пас. 8-я Верховцева, 9-я Днепродзержинск Пас и 10-я Днепропетровск Пас. Это самый мой любимый маршрут. С 2 лет я ездил на этом фирменном поезде номер 80. Днепро. Шикарный поезд был. Ностальгия прям за этими старыми вагонами Днепро. Они были неплохие. На горный КВЗ. Угу. В итоге я в свое детство я не знал вообще об электричках, но зато знал о фирменном поезде Днепро. И обожал, когда мы с родителями выезжаем именно в этот путь.
Мне кажется, эта часть начинает ехать. Нет, она даже не зажужжала. А, только фары включил. О, зато маневры. Еще одного. Сейчас. Это четверка, восьмерка, я сюда не вижу даже. Да, есть три хорошие машинки. А вот, кстати, перегон Киев-Ковель с... Ой, Киев-Корстен с дефектоскопом проезжал. Да, есть три еще старой красной раскраски. Четверка. ТС-4. Это с акварелей перелопатели такие могут. Ну, они с улучшенной, как бы, модификацией их. Раньше они были акварелями. Им пищали, как... Акварель, я помню, тоже ездил с фамильным поездом Днепро. Когда я был еще маленьким, прибывал частенько под этим локомотивом. ЧС-4 аквариум. ДС-3 плюс, бывает, иногда ЧС-4 прибывал. Именно вот старый акварель. Да, я да, их да. Еще помню на ходу, когда они Днепропетровский поезд тоже тягали. ЧС-4 акварель пищала, как маленькие дети. Это как ЧС-7 пищит, знаешь, когда на постоянке. Это вот тифон. Это тифон. Не, это тифон был громкий сильно. Тифон обычно таким может. Оуэлла, дуу. Такой вообще низкий. Я вспомни, когда я его снимал смертный 475. А что смертный? СМЭ. Поэтому смертный. А, типа СМЭ. У него же такие прибомбы.